Добрый день, с вами разговаривает офицер Мусин. Я понял, кто это. Свобода или АМГ? По-любому, они же нашу тачку спиздили. АМГ Му... Ой, какой АМГ Мусин? Офицер Мусин, вы здесь? Ну, я здесь, а ты кто у нас? Я офицер Мусин, а вы? Блять, я же найду тебя. Окей, у вас даже есть ключи. Ну, мне лень ими воспользоваться, я не хочу мы вас искать. Мы сейчас даже под вашим вертолетом пролетим, или это не ваш вертолет? Мы, во-первых, у вас, вы как обычно, двумя группировками на троих копов лезете. Как, не знаю кто. И потом еще что-то, блин, говорите, то, что да мы ладно, всех копов офицер, разъебали. Мусин, я когда заходил к вам в дом в Ковале, вы в меня 7.62 полрожка всадили, в итоге так и не убили. Так что, ну, это уже не двумя группировками, а личная меткость. Я заходил туда один, вспомните. И вы поймете, кто я. А так я буду офицером Мусиным. Ну, МГшник, еще сейчас сказать. Типичный МГшник. Да, да, типичный МГшник. У нас хотя бы руки не кривые, и мы можем стрелять. Ну, давайте вы свободовцев позовите и, блядь, сами... При чем тут свобода? Мы оттуда забрали только машину, и все. Мы никого не стреляли. Нашим патроном не был убит ни один офицер. Потому что вы меня не видели. Да потому что мы бегали в коповской форме, просто угорали. Нам сказали, нужна коповская тачка, и все, мы приехали, ее забрали. Так что херню не пари. Джабер, короче, АМГшники сейчас на нашей тачке катаются. Слышишь? Где именно? Не знаю, где-то катаются. У меня ключи, где это... они... у меня ключи нет от Деймоса ДВ, тачки. Да? Да, они на нашей ДВ. Офицер Мусин, а вы где? Мне ваша кобра еще одна нужна. Четкий прицел. А что, ты уже проебал? Нет, в доме валяется. Я же найду дом и вскрою его. Да и хрен бы с ним. Ты думаешь, он в моем доме лежит? Ты очень сильно ошибаешься. Ну, мы вскрываем дома всех АМГшников, так что готовьтесь. Ну, еще и половина кепок острова. Ну, если надо будет, их вскроем. У нас же инфа под всех, под все. Со скифов инфа, со ст инфа, с копов, ну, отчасти. Так что, офицер Мусин, вы где? Да, где-то катаюсь. Я хочу ваш прицел. Смотри, сейчас, да, у меня смотри, сейчас... У меня сейчас нету кобры. Ай, жалко. Сейчас по-любому где-то нас будет встречать по ключам, я тебя бля буду. Да, офицер? У меня ключей нету. Печально. А вот и офицер Мусин. Вот Зани, брат, давай Зани. Да, офицер Мусин. Так осторожно. Офицер Мусин. Останавливайся. Нет, не остановлюсь. Они нас заманивают. Я знаю, я видел. Я же сейчас разъебусь, я ездить не умею. Сэр Мусин, у вас все хорошо? Засада будет, брат. Да, я знаю. Ебать.